В красном углу ринга Илья Савельев. Илья 2000 года рождения. Три года занимается боксом, имеет первый разряд. За время занятий боксом провел 31 бой, в 22 одержал победу. Победитель первенства Московской области 2015 года. Финалист Московской области 2016 года. Тренируется под руководством Селиверского. Илья Савельев, Красный угол, город Калуга. Артем представитель города Москвы. Он 2001 года рождения. 2,5 года занимается боксом и имеет второй разряд. За время занятий боксом провел 24 боя, в 13 одержал победу. Победитель первенства ЦСКА. Тренируется под руководством Михаила Хамидова. Артем Маханьков, синий угол.
закончится или нет? Единогласным решением судей в этом бою одержал победу боксер из Красного угла Илья Савельев Каунас.